Знаете ли вы, что мясо краба самое вкусное, нежное и питательное из всех ракообразных? Жители европейских городов не знают, потому что там нет живого краба. Краб-лидер решает эту проблему, поставляя живых крабов из Норвегии в Париж, а оттуда в другие европейские города. Рынок потребления морепродуктов в Евросоюзе в 2016 году составил 54 миллиарда евро. При этом во Франции на душу населения потребление составляет в среднем 34 килограмма. И по оценкам специалистов будет расти от 5 до 20% за счет тренда на здоровое питание и отказ от мяса. Мы продаем крабов в рестораны с маржинальностью 25%. Средний заказ в рамках пробного периода составляет 500 евро и постоянно растет за счет увеличения популярности крабов и подключения новых ресторанов. При росте объема продаж маржинальность увеличивается до 35%. Наши конкуренты Renault или Crevis поставляют омаров, лангустинов, но они не сравнятся по вкусу и питательности с мясом живого краба. Поэтому ключевое преимущество краб-лидер – это эксклюзивный продукт, которого нет на рынке. Отдельно хочу отметить качество и экологичность. Рыбаки вылавливают только королевских крабов в морях Норвегии. Оттуда они самолетом доставляются на специально оборудованные склады, где хранятся в идеальном состоянии до поставки в рестораны. Сейчас мы продаем 150 килограммов крабов в месяц в 20 лучших ресторанов Парижа, в том числе со звездами Мишлен. Ближайшая цель – увеличить количество партнерских ресторанов до 200, расширить ассортимент за счет живых лангустинов и через 3 года выйти на объем продаж в 5 тонн. Директор краб-лидер Александр Бездетный имеет большой опыт управления проектами и работал технологом в рыбном ресторане «Ля Море». Директор и менеджер по продажам работают во Франции и свободно говорят по-французски. Я, Евгений Королев, работаю с инвесторами в России. Мы привлекаем 500 000 евро на открытие филиалов и поставки живых крабов в 10 европейских столиц. За эти деньги инвестор получает 47,5% доли в компании и гарантию, что до окупаемости инвестиций вся прибыль будет идти на выплату дивидендов. Расходы за этот период будут покрываться за счет изначальных инвестиций и кредитов в европейских банках. Мы ищем не просто инвестора, но партнера, готового совместно развивать прибыльный и экологичный бизнес в Европе со всеми вытекающими преимуществами. Чтобы узнать подробности и получить модель окупаемости, подходите ко мне после мероприятия. А как будете в Париже, обязательно заходите в один из наших партнерских ресторанов, чтобы отведать вкуснейших живых крабов. Спасибо. Вот это пич. Спасибо большое, Евгений.